Задумывались ли вы когда-нибудь, зачем мужчинам соски? Мы привыкли думать, что природой все создано идеально. А что, если вы узнаете, что природа облегчила себе задачу? До 14 недели внутриматочного созревания плода человеческий зародыш не имеет половых признаков. И только после 14 недели наделяется гормонами. Отец ребенка передает ему X или Y хромосому, и зародыш приобретает мужские или женские признаки. То есть мужчины обладают сосками из-за первоначальной бесполости эмбриона. Скорее всего, природой предусмотрена такая особенность развития для упрощения репродуктивной системы. Точная причина науки неизвестна. Но все особи, независимо от пола, наделены такой частью тела, как соски. В этом и кроется секрет того, что и девочки, и мальчики рождаются с сосками. Благодаря выработке гормона эстрогена у женщин увеличиваются молочные железы и происходит выработка молока. Мужская грудь не получает эстроген в таком большом количестве, поэтому не развивается и не функционирует так, как у женщин. Однако у мужчин известны случаи гормонального сбоя. Может выработаться слишком много эстрогена. Из-за этого грудь может увеличиться, что является отклонением от нормы, и это повод обратиться к врачу. Если вы хотите узнать больше, как сохранить здоровье мужчин, переходите по ссылке рядом с этим видео. Нажимайте «Нравится» и делитесь информацией с друзьями.